Я думаю, что мы уже изрядно поиздевались над этой девчонкой, и пора ее познакомить с настоящим мужчиной и прекратить ее страдания. И на этом поставить точку в наших экспериментах. Прощай, маленькая. Пока, пока. Прощай, малышка. Отойди, я помогу ему. Загнанных лошадей, как известно, пристреливают. Теперь мы знаем, как поступают с загнанными автомобилями. Если вы находитесь в пробке, не дай бог, мы можем помочь вам из нее выбраться. Но это будет очень дорогая услуга. В нее будет входить стоимость всех мешающих вам авто, плюс моральная компенсация их владельцам и другие выплаты по страховке. Оно не взорвется? А через мгновение он станет мини-кабриолетом. Теперь это кабриолет. Шеф скомандовал сложить, значит, нужно сложить. Я думаю, что она прожила свою автомобильную жизнь не зря. Благодаря ей мы узнали столько всего нового. А вы вот вдвоем в свои-то... сколько-то там лет. Что сделали для науки? Раздолбаи. Теперь можно и покататься на ковше экскаватора. Когда еще выпадет такая возможность?